Рифра. Kitchens and Bathrooms. Direct from Milano. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас во Франкфурте на выставке ISH в Германии. Мы сейчас находимся с вами на стенде Рифра, которая производит мебель для ванных комнат и кухни, производство которых находится в Милане. В первую очередь я хочу поблагодарить всех гостей, которые посетили своим вниманием, уделили свое внимание нашему стенду. Я уверен, что они остались в хорошем настроении, довольные и счастливые, с новыми эмоциями, отправились домой, на родину. А для тех людей, которые, к сожалению, не смогли посетить наш стенд, собственно говоря, и посвящается этот репортаж. И я буду рассказывать вам о всех новинках, которые мы с вами увидели на стенде во Франкфурте. В первую очередь, в двух словах, хочу вам рассказать об изменении логотипа Рифра. Теперь вторая буква будет прописная. Сделано это для того, чтобы было проще произносить это слово, название фабрики англоязычному населению. Рифра. Мы начинаем наше путешествие по стенду Рифра, и начинается оно с этой большой, огромной ванны, которая называется «Циркл». Произведена она из материала кориан, имеет два размера, диаметром 150 и 190 сантиметров, высота у нее 45. Также мы здесь видим библиотеку. Это некая система хранения, открытая, свободная система хранения, которая имеет достаточно такой легкий вид, прозрачность. Покрытие у нее может быть абсолютно любое, глянцевое, матовое, шпон дуба, покрытый глиняной краской, или же благостойкий МДФ, который покрывается глиняной или цементной краской. Эту библиотеку мы можем иметь в различных размерах абсолютно, то есть как пожелаем, любой высоты, любой длины. Цена определяется за квадратный метр, и мы ее можем расположить не только и использовать не только как систему хранения, но и как разделитель пространства, зонирование. Здесь у нас получается одна зона, а за библиотекой уже абсолютно другая зона. Также мы видим с вами здесь люстру, которая называется Crown. Она может быть в различных отделках. В данном случае она белая. Также она может быть в черном цвете и в хромированном цвете. Различных размеров по высоте, по диаметру и различного дизайна. Все смотрите, ищите в каталогах Рифра. На этой экспозиции, друзья, нам представлены раковины. Раковины под названием Циркл. Они из кориана. Могут быть снаружи покрыты цементной краской или глиняной краской. Они имеют два варианта расположения под сифон, да? То есть слив может быть либо в пол, либо в стену. И есть еще один вариант этой раковины, который имеет некую площадочку под смеситель и столешницу. Также здесь, на этой экспозиции, мы видим с вами огромное в полный рост зеркало 2HD с подсветкой LED по периметру. Лампы, светильники Ева, аксессуары Циркл, которые имеют отделку Hi-Max, белый, матовая поверхность. И внутри они могут быть либо хромированные, то есть полированная нержавеющая сталь, либо же сатинированные. Также мы здесь видим смесители Рифра, которые могут быть в блестящей полированной нержавеющей стали, либо в сатинированной нержавеющей стали. Но целиком и полностью эти смесители производятся из нержавейки, не из латуни, из нержавеющей стали. А здесь нашему взору, друзья, представлено душевое пространство от фабрики Рифра. Мы видим здесь и душевое ограждение, стекла, которые имеют толщину 8 мм. И видим поддон из кориана, который можно в любом размере, практически в любом размере заказывать, то есть по желанию клиента, как бы ему хотелось, Рифр сможет выполнить этот заказ. Рядом мы видим биде и унитаз, которые выполнены в отделке кориан. Это для тех, кто желает видеть все в одной стилистике. Унитаз кориан, биде кориан. Поддон кориан,
раковины кориан, аксессуары кориан. То есть Рифр запросто может реализовать ваши пожелания, ваше видение вашего душевого пространства. Захожу вовнутрь. Здесь замечательные системы хранения, которые располагаются внутри стены. Они из нержавеющей стали выполнены, могут быть полированными или могут быть сатинированными. Это очень удобно, потому что при таком выполнении системы хранения у нас нет торчащих наружу предметов, полочек, об которые мы всегда задеваем руками, ногами и всеми другими частями тела. В данном случае очень это практично и очень удобно. Также мы видим здесь аксессуары из кориан. Очень удобная щетка-сметка для очистки поверхности стекла. Смесители, выполненные в сатинированной нержавеющей стали. Смеситель скрытого монтажа с такой аккуратной леечкой. Переходим дальше. Здесь нашему вниманию представлена новинка. Новая мебель от фабрики Рифра. Правильнее будет сказать, что мебель уже широко известна. Это коллекция K1, которая имеет глубину 50 см, высоту 25 см. 28, 35, 45, имеет различное количество выдвижных ящиков. Но самое важное хочу сказать, что коллекция K1 может быть в различных отделках. Это самая разнообразная коллекция с точки зрения возможностей фабрики Рифра. В данном случае мы видим новинку этих отделок. Здесь вся мебель целиком и полностью выполнена из материала кориан. И боковые части, и нижняя часть, и сам фасад выполнены из материала кориан. Причем не в чистом виде, а в центре, внутри этого фасада находится алюминиевая основа, за счет чего мы получаем достаточно легкий фасад и в тот же момент очень прочный. Нижний модуль, который имеет высоту 25 см и у него отсутствует выдвижной ящик, естественно, полностью выполнен из материала кориан. А основа у этой мебели, безусловно, все из того же влагостойкого МДФ. Новое зеркало Bright, которое имеет подсветочку такую затонированную, слегка матовый такой цвет, матовое стекло. И мы видим здесь все те же потрясающие светильники, которые называются Adam. В данном случае они выполнены в белом матовом цвете из материала Hi-Max. Также эти светильники могут быть и покрыты цементной краской, глиняной краской. Они могут быть хромированные и могут быть в черном хроме. Сейчас мы с вами рассмотрим коллекцию K-Fly. Ее отличительной особенностью является запил. Запил под 30 градусов. Благодаря этому запилу с высоты человеческого роста мы видим с вами только тоненькую кромочку лезвия бритвы, за счет чего вся конструкция превращается в очень легкую, изящную мебель, которая украшает вашу ванную комнату. Также дополнительно голо, то есть так оно и называется, голо. Мы отрываем визуально мебель, корпус от столешницы. В данном случае это горло выполнено в цвет мебели, имеет матовую покраску белого цвета. Но если здесь сыграть на контрасте и, например, сделать горло черным, то эффект отрыва столешницы от мебели усилится. И это выглядит потрясающе и очень легко. Размеры коллекции K-Fly может иметь следующие. Глубина постоянная 54 см. Высота может быть 25, 35, 45
55 сантиметров. В длину все стандартно, от 80 до 2 метров 40 сантиметров. Это по прайс-листу. Естественно, любая модификация, любое расположение модулей, любое расположение ящиков мы с вами можем видеть в прайс-листе. Но если мы какого-то расположения не видим, каких-то размеров ящиков не находим в прайсе в стандартном исполнении, мы всегда можем фабрику Reefer попросить о том, чтобы они сделали так, как мы хотели бы видеть это у себя дома. В данном случае мы видим столешницу из материала кориан. Также они могут быть из кварца глянцевого, из кварца матового, из камня натурального. И могут быть из материала Crystal Plant. И вся мебель K-Fly может быть покрыта цементной краской, глиняной краской. Вариантов очень много. И вот здесь вот на этих замечательных бутылочках как раз показаны варианты цементной краски. Сейчас в данном случае мы перебираемся чуть выше, смотрим, что это здесь такое. Это не зеркало, это зеркальный шкафчик, который называется AD. И мы видим то, что он имеет подсветку внутри, которая зажигается автоматически при открывании дверки. При открывании дверки мы видим то, что загорается свет внутри. Шкафчик в глубину 20 сантиметров. Имеет автоматическое сенсорное включение и выключение. Вот здесь вот провожу рукой, и загорается подсветка вниз. Это опционально. Мы можем заказывать эту подсветку, можем не заказывать, как пожелаем. Но есть еще одна изюминка внутри. С правой стороны по умолчанию будет всегда встроена розетка. И при желании наши клиенты могут заказать эту розетку не только в этом ящичке, но и с левой стороны, и посередине. А если есть желание, то можно, я не знаю, 5-6 розеток заказать в каждом шкафу буквально. Аксессуары из кориан в сочетании с нержавеющей сталью, с сатинированной. Смесители восхитительные Reefer, которые целиком и полностью произведены из нержавеющей стали. Вот еще один маленький приятный аксессуар. Это столик, который будет иметь два размера. В прайс-листе 2015 мы увидим это. Торшер, кресло. Все это можно найти в прайс-листах Reefer и заказать эти замечательные вещи в различных цветах, в различных отделках у фабрики Reefer. Коллекция K1 снова. Мы видим эту замечательную, потрясающую коллекцию. В данном случае она имеет отделку глянцевый лак. Это высокий глянец. 8 слоев лака и краски наносится на мебель и высушивается поочередно при помощи ультрафиолетовой печки. Сверху располагается раковина Cap из кориан, которая имеет щелевой слив. Сверху K1 накрыта столешницей с интегрированной раковиной, которая имеет щелевой слив. Эта раковина называется Gap. Она из кориан белого матового цвета и может быть, естественно, в любых размерах. Также эти столешницы с интегрированной раковиной могут иметь и вариант с двумя интегрированными раковинами. Здесь мы видим с вами новое зеркало Edge, которое может быть любых. То есть, что бы я не запрашивал у фабрики Reefer для наших замечательных клиентов, фабрика Reefer с удовольствием выполняла эти заказы. И в данном случае мы видим зеркало, у которой из кориан рамка из материала кориан. Если мы присмотримся внимательно, здесь нет никаких швов, они отсутствуют, то есть она цельная, соответственно, ничего никогда не будет здесь расходиться, не будет забиваться грязь. И по периметру это зеркало имеет подсветку LED. Прекрасным дополнением для коллекции K1 являются вот эти пенальчики. Пенальчики, которые могут быть различных размеров, и высокие, и покороче, поменьше, то есть некие навесные шкафчики. И здесь такой же запил, как и в принципе у коллекции K1, под 45 градусов, что привязывает по дизайну именно к этой серии.
Внутри имеются полочки. Полочки покрашены внутри так же, как снаружи. В данном случае в глянцевый лак. Смотрится восхитительно, потрясающе. Все надежно работает. И никогда мы, я уверен, не увидим какого-то провисания дверок, потому что здесь все надежно и качественно. И все, вся продукция Рифра оснащается изнутри механизмами Bloom, Bloom Motion. Здесь, дорогие друзья, мы видим с вами унитаз в исполнении матовой керамики. Он целиком и полностью произведен из матовой керамики. Белый матовый цвет. Рядышком аксессуары. Аксессуары имеют отделку полированная нержавеющая сталь. Очень интересно. Ёршик имеет систему крепления к стене на магните. То есть снизу магнит. И очень быстро он может стать напольным. И точно так же он превращается в подвесной. Еще один шедевр душевого пространства от фабрики Рифра. Gold, и который произведен из керамики матового цвета. Целиком и полностью он керамический, из матовой керамики. Также он может быть из обычной глянцевой керамики и может быть снаружи покрыт цементной краской трех вариантов, трех исполнений. Еще один шедевр душевого пространства от Рифра мы видим с вами. Здесь нашему взору предлагается поддон из кориан, который называется Inline. Inline. Он также может быть в различных размерах, что подтверждает, собственно говоря, огромные возможности фабрики Рифра. Мы видим здесь душевые стойки. Душевые стойки из нержавеющей стали от фабрики Рифра. Это новинки. И, соответственно, стеклянное ограждение, свободный вход. Стекло, напомню, 8 мм имеет толщину. То есть очень надежная, прочная, качественная конструкция. Дорогие друзья, а здесь мы с вами видим замечательные, интересные раковинки, которые производятся из кориан. И снаружи, в данном случае, они покрыты глиняной краской. И глиняной краской их можно снаружи покрывать цементной краской, и просто могут быть они белые матовые из материала кориан, как и внутри. Зеркала 2HD. 2HD очень интересные зеркала с подсветкой LED по периметру. Светильнички, подсветочка, смесители, опять же аксессуары. Здесь нам показаны из кориан в сочетании с полированной нержавейкой. И мы приближаемся с вами плавно к новинке от Рифра. Это система хранения, которая называется Slide. Вся изюминка заключается в том, что мы можем по очередности закрывать те или иные пространства. Эта система хранения имеет размер 1,80 м с высотой 2,10 м. Покрытие в данном случае аржила, глина, то есть глина, нанесенная на влагостойкий МДФ, цвет табако. Внутри могут располагаться аксессуары, аксессуары из кориан, крючочки. Раздвигая, открывая, закрывая эту дверку, мы с вами не видим никаких механизмов абсолютно, потому что они находятся сверху. Рельсы сверху и снизу. За счет этого дверка надежно, прочно держится и легко скользит в том и другом направлении, не обнажая своих, так сказать, механизмов. А здесь, дорогие друзья, мы видим эту замечательную ванну Big Box из кориан. Ее размер 180 на 80 в стандартном исполнении, но не далее, как вчера, я запрашивал ее с шириной на метр. Фабрика подтвердила, плюс 20% к цене в стандартном исполнении. Здесь же мы видим зеркало One, полный рост. Оно пристенное, устанавливается на пол и имеет в данном случае подсветку по периметру LED.
и покрашено черной краской. Оно также может быть и полированная нержавейка, и сатинированная нержавейка в этих отделках может быть представлена. Замечательные новиночки, новые лампы, которые крепятся к потолку и могут иметь любую высоту, любой размер. Они называются тюб. В данном случае они нам показаны в черном хроме. Также они могут быть и хромированными. И даже вот эти замечательные пуфы, которые мы видим здесь, покрытые глиняной краской, тоже есть в прайс-листе. И их также можно заказывать без проблем. Пожалуйста. А здесь нашему вниманию представлен коллекция K1 в новой отделке. Новые отделки – это шпон дуба, покрыт глиняной краской, цвет табако. Эта глиняная краска наносится на натуральный шпон дуба и высыхает сама по себе. Безусловно, в ней есть всевозможные затвердители и дополнительные компоненты, которые помогают нам использовать эту отделку, это покрытие в агрессивной среде ванных комнат. И ухаживать за этой отделкой мы можем, собственно говоря, точно так же, как за любой другой отделкой. Она подвержена впитыванию влаги, то есть она влагу отталкивает, и поэтому мы ее используем смело в ванной комнате, не боимся и не переживаем за какие-то дурные последствия. Есть 5 цветов этой отделки. Вот здесь на этой раскладочке мы видим. Они замечательные, очень красивые. Мы получаем приятные тактильные ощущения, новые цвета. И самое главное, самое важное, что рифра стремится и двигается в сторону натуральных материалов. Да? То есть натуральный шпон дуба покрыт натуральной глиной. Это очень хорошо, это очень приятно, потому что все настоящее, все натуральное имеет большой смысл и большое значение в жизни каждого человека. Мы видим здесь с вами раковину, накладную раковину бокс, которая может быть различных размеров. Внутри такая интересная вставочка есть, которая создает эффект слива по периметру. Здесь нам представлен новый зеркальный шкафчик. Зеркальный шкафчик с рамкой из кориан, с подсветкой по периметру, подсветка LED. Этот шкафчик может быть различных размеров. Подсветочка включается и включается непосредственно с помощью сенсорного выключателя. Вот, я подношу руку, она загорается. Внутри шкафчика также расположена розеточка. Розетка, которую мы можем использовать для включения фена, для включения электробритвы. Может использоваться в любом из отделений по желанию заказчика, либо во всех за некоторую доплату. И шкафчик этот может быть как навесной, так и встраиваемый, и полувстраиваемый. Мебель, еще раз повторю, коллекция K1. Внутри ящики имеют отделку из нержавеющей стали и по умолчанию имеют черный цвет. Также внутри не только коллекция K1, но и все другие может оснащаться отделкой микрофибра алькантара, которую легко чистить, легко за ней ухаживать и очень сложно испачкать. Но эта отделка придает некий шарм, дополнительную изящность мебели рифра. Все ящики оснащены доводчиками Bloom. Автоматическая. Раз покажу вам. Полная. То есть не нужно где-то там что-то искать, не видя того, что ищешь, а выдвигаешь ящичек на полную. И, соответственно, в видимой доступности у вас все то, что находится внутри. Также можно оснащать дополнительными разделителями, которые тоже имеют покрытие микрофибра алькантара. На следующей экспозиции, дорогие друзья, видим с вами K-Fly. K-Fly покрыта полностью цементной краской. Цементной краской цвет Nero, черная. Это один из 3 цветов. Здесь высота 25 сантиметров. Движные ящики. Еще раз напомню, коллекция K-Fly характерна тем, что имеет
запил столешницы под 30 градусов, что позволяет нам видеть только кромку, так называемое лезвие бритвы. Так, мы с вами зеркало Диамон, которое имеет всевозможные фацеты, благодаря которым при попадании света на них оно переливается как настоящий алмаз, бриллиант. Также мы видим здесь смесители из нержавеющей стали, целиком и полностью из нержавейки. Аксессуары. Зеркало имеет подсветочку по периметру, подсветка LED. Новая раковина из корианка может быть либо полувстроенная, либо накладная, то есть ставить. И в продолжение этой экспозиции мы с вами плавно переходим и видим унитаз в такой же аналогичной отделке. Цементная краска, то есть наносится сверху на унитаз. И внутри он, безусловно, будет глянцевый по понятным причинам. А снаружи он покрыт цементной краской Nero. Одной из трех, напомню. На этой экспозиции мы видим с вами замечательные аксессуары Clean. Это подвесные полотенцедержатели, которые могут иметь различную высоту, различный размер. В данном случае это отделка нержавеющая сталь сатинированная. Также они могут быть полированы нержавеющей стали. За этими замечательными аксессуарами мы видим с вами ванну Smooth. Ванну Smooth, которая производится из материала Crystal Plant. В данном случае она имеет ровную поверхность, но также есть второй вариант. Она имеет скошенный угол. С внешней стороны она может покрываться, как и мебель рифра, цементной и глиняной краской. И на фоне ванна Smooth стоит на фоне этой замечательной библиотеки, про которую я рассказывал ранее, которая имеет отделку в данном случае шпон дуба, на который наносится глиняная краска. И у меня за спиной, буквально у меня за спиной, замечательные контейнеры, аксессуары «Циркл», в которые мы можем внутрь размещать полотенчики, ну и всякие разные нужности для использования в ванной комнате. На этой экспозиции, дорогие друзья, мы видим с вами ванну под названием «Big Box». Она выполнена из материала «Кориан», имеет размер 180 на 80. Но не далее, как вчера, я делал запрос на фабрику, и фабрика подтвердила возможность исполнения ширины метр за плюс 20%. Также мы видим с вами замечательные дизайнерские лампы, светильники Tube, которые в данном случае нам показаны в отделке черный хром. Также они могут быть просто хромированными. И эти светильники могут быть различных размеров по высоте. Очень красиво, потрясающе смотрится. Зеркало One, напольное зеркало One с подсветкой по периметру LED. Покрашена здесь, значит, рама его из нержавеющей стали. Покрашена черным цветом. Также может быть и полированная нержавеющая сталь, и сатинированная нержавеющая сталь. Даже эти замечательные пуфы, которые мы видим с вами здесь, они тоже есть в прайс-листе рифра, и мы можем их запросто заказывать в различных отделках. В данном случае они показаны в цвете глина. Глина нанесена на токий МДФ. Рифра. Kitchens and Bathrooms. Direct from Milano.